Здравствуйте! Меня зовут Бекренева Юлия Владимировна. Я руководитель ансамбля народно-сценического танца «Мечта». Это наш талантливый молодой педагог по народному танцу Недельницына Ульяна Владимировна. И с нами сегодня на занятии будет наш концертмейстер Ступницкая Наталья Анатольевна. Мы сегодня вам покажем урок по русскому народному танцу. Начинаем наше занятие с «Пор-де-бра». Следующая комбинация – гармошка. Пор-де-бра. Пор-де-бра в другую сторону. И быстрая. Вокруг себя. И все начинаем с другой ноги. Быстрые. Медленно 4 раза и быстрое. Сейчас мы с вами сделаем комбинацию ковырялочки. Можно. Сейчас мы эту комбинацию разберем помедленнее, чтобы вам было удобно ее разучить. Мы садимся в третьей позиции и начинаем ковырялочку с двух ног. Раз, два. С другой ноги. 5, 6. Прыгнули на правую ножку, ударили ногой сзади. Дальше мы идем с правой ноги 2 шага вперед. 1, 2. Ударили носочком сзади. 3. Развернулись 4 на каблук, 5, 6, носок, каблук. Дальше мы с вами начинаем делать ковырялочку с левой ноги. 1, 2, быстро 1 и удар. 1, 2, с другой ноги. 1, 2, удар. Дальше идет у нас назад нога, левая. 1, 2, 3, 4. Блинчик прямой. Шине и точка. Удачи! Ну что, не устали? Тогда продолжаем. Моталочка. Теперь разберем эту комбинацию чуть-чуть помедленнее. Начинаем моталочку с правой ноги. 3 раза. 1, 2,
три, два молоточка. Раз с другой ноги, два, три, перескок. Дальше у нас моталочка из пятой позиции в сторону. Раз, поворот, молоток, перескок. И с другой ноги молоток, перескок. Дальше мы с вами делаем моталочку с угинанием. Раз, на кудыпье, два, на кудыпье. Моталочка с поворотом, соскок, трилистник, трилистник. И все с другой ноги. Раз, угинание, два, угинание. Моталочка с поворотом, соскок, трилистник, трилистник. Веревочка на русском народном материале. Теперь давайте сделаем эту комбинацию медленно, подсчет. Подготовка. Раз, открыли руки. Два, три. Сели в плие, коленочки в стороны. Носочки сильно тянем. И раз, одинарная веревочка. Два, и три, и четыре. Двойная четыре. Раз, два, три, четыре. Двойная веревочка, каблук. Раз, каблук, стопа. Два, каблук, стопа. И раз, полупальцы, переход вперед, плие, двойная, перенести. И раз, подскок на правой ноге, левый уходит на кудыпье, сокращенное. Четыре, раз, два, раз, молоточки, рука открывается. Все то же самое с левой ноги. И раз, два, три, четыре, раз, и два, три, и четыре. И раз, закрыли ручку, два. А теперь давайте немножечко подробим. Раз, и два, и раз, два. Сейчас мы с вами разберем эту дробь медленно, разделим ее на три части. Первая часть будет состоять из простых ударов об пол, ключа и дробной дорожки. Руки открываем и закрываем на пояс в кулачки. Раз, два, три, четыре. Вторая часть у нас будет состоять из ударов каблуком с полуповоротом вправо-влево и с поворотом вокруг себя. Раз, и. И третья часть у нас будет состоять из ударов свернутой стопой, развернутой стопой и ключей. И раз. Дальше двойная дробь. Переступаем назад на полупалец. Простая дробная дорожка завершается ключом. И завершаем движение
открытием рук. Наше с вами занятие мы закончим вращениями.